Там тебе еще одна. Кто? Марина. Извини, я думала, ты один. Я пойду. Я один, один, Марин. Подожди, Олеся уже уходит. Да, Олеся? Пойдем, я дверь закрою. Марин, а что случилось-то? И я пришла к нему на ужин. Я просто не знаю теперь, что мне делать. Я... Марин. Он. Я не хочу отвечать. Ничего. Да ничего, сбрасывай ты все. Сам виноват. Так, слушай, выйди отсюда. Выйди, выйди. Чего ты должна выходить? Твоя баба сказала, что я могу чувствовать себя как дома. Группа Максимус. Я полюбил тебя в январе. Полюбил на снежном ковре. Что за бред, а? Это папа твой сочинил. А у вас не что-то вроде школьного романа? Не твое дело. Ну иди сюда. Чего? А, какие мы стеснительные. Так, короче, я звоню отцу, и пускай он сам с тобой разбирается. Да, правильно, и не забудь сказать, что мы с тобой целовались. Короче, давай позвони с моего телефона. Она номера не знает, ответит. И вообще, хочешь, я сама с ней поговорю по-взрослому? И что ты ей скажешь? Она приличная девушка, понимаешь? А я, значит, неприличная, да? Давай номер. Давай я с твоего телефона позвоню. Нет, не хочешь, как хочешь. Слушай, ты достала меня, ты можешь выйти отсюда? Я тебя очень прошу, выйди отсюда! Кофе дашь? Выйду. Черт с тобой! Давай. А, привет. Кто это? Это Жанна. Какая Жанна? Жанна, Жанна, которая с твоим Андреем целовалась. Черт. А кто это? Чего тебе от меня надо? Слушай, Марин, ты все неправильно поняла. Андрей очень переживает из-за этой ситуации. И поцеловались-то вы вообще по-детски, ну. Дай сюда. Не вешай. Алло. Ну что ты наделала, а? Я помирить вас хотела, понятно? Пошла ты. Ну что? Все в порядке, деньги давай. А он нормальный? Вообще уверен. С колпачка он носит. У тебя еще сколько? Завтра будет? Будет, будет. Только сильно очень. Не переборщи. Лучше дома привет. Ну ладно, давай. Привет, Миш. Здорово. Марин, не переживай, все наладится. Хочешь, я поговорю с ним? Зачем? Ну, объясню, что с тобой нельзя так поступать. Он сам все прекрасно понимает.
Просто он обращается со мной как с вещью. Сначала была Олеся, потом я, и теперь это Жанна. Ну, мне так не кажется. Я думаю, он хорошо к тебе относится. А, это он тебе сказал, да? Ты ему меньше верен, что угодно можешь сказать. И вообще, я просто не понимаю, что ты его так защищаешь? Ну, Мариш, я хочу, чтобы ты была счастлива. Я ж... Да, слышала. Влюблен в меня. Мне кажется, пора завязывать с этим. Ладно, Игорь, мне на самом деле очень важна твоя дружба и... Да не важна тебе моя дружба. У тебя есть парень? У меня нет парня. Просто мне показалось. Ну, вот и пришли. Завтра увидимся? Увидимся. Давай тогда у школы встретимся. Перед уроками. Не знаю. Ну, до завтра. Пока. Привет. Я принес. Только не больше одного колпачка. Алло, привет. Разбудил? Разбудил. Ой, прости, пожалуйста. Так а время уже? Ой, спасибо, что разбудил. А то б я школу проспала, да. Ну как у тебя настроение-то после вчерашнего? Все нормально. Давай не будем об этом. Прости, пожалуйста. Ну, я просто понимаю, что у тебя на душе творится. Я переживаю. Спасибо за понимание. Вот. Я вообще что звоню-то? Ты же вчера предложила встретиться перед уроками и вместе в школу пойти. Так я готов. Да, здорово, давай. Ну, давай тогда, я через 15 минут буду у тебя. Ой, я тогда побежала, а тут до урока полчаса осталось, а мне еще собраться надо. Все, пока. Ага, давай, пока. У нас биология сейчас, да? История. Угу. Опять даты. Привет. Мариш, можно тебя на секунду? Нельзя. Давай отойдем, нам надо поговорить. Я не хочу с тобой разговаривать. Андрюх, ты был неправ, так нельзя. Ничего, разберемся. А вы что, уже вместе, что ли? Нет. А тебе какая разница, а? Иди целуйся со своей Жанной. То есть мне есть кому Марину оставить, да, если что? Андрюх, дело-то не в этом. Просто понимаешь... Просто я знаю, что просто. Просто классно, когда у тебя есть настоящий друг, на которого ты можешь положиться. Ну что, удачи вам тогда. Это тебе удачи. Иди к своей Жанне. Ну учти, что я этого так не оставлю, ты поняла? Ты меня пугаешь? Я тебя не пугаю, я тебя предупреждаю. И тебя это тоже касается, между прочим. Понятно. Все помешались на шахматах. Даже охранники. А нашу школу на турнире будет представлять Василий Лужин. О, Лужин! О, вот, кстати, его. Ты-то нам и нужен. Почему мы не принимали участие в отборочном турнире? Да, и мы не уверены, что ты играешь лучше нас. Ребят, ну я ж не виноват. Так как ты победитель, мы соревнуемся с тобой. Вперед! Подожди, мы белыми. Ребят, у меня урок. Стоять! Стоять! Давай, ходи, чемпион. Мы ходим. А. Так, а... Нет. Все, ребят, я пошел. Стоять! Здорово, парни. Здравствуйте. Нет, пешка, пешка. Всем привет. 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 Здравствуйте. Вась, ты вообще на урок идешь? Понимаешь, поймали меня тут. Кстати, спасибо тебе большое за то, что подсказал. Толковый ход был. У тебя есть разряд? Да не, я там тренировался. Ха. Ну что, пойдем на урок? Пойдем. Все, ребят, видите, они ушли. Сидеть! Иногда
Шах и мат. Молоток, Лужин. Привет, Игорь. Да, виделись уже. Ну, виделись, но не здоровались. Слушай, вчера так неудобно получилось. Я не знала, что вы с Мариной встречаетесь. Да мы вообще с ней не встречаемся. Я понимаю. Мне очень одиноко. Леонтьев, будь проще, люди к тебе потянутся. Я тоже так думаю. Пойдем в кафешку, поговорим, угощаю. Ну, я вообще-то хотел подготовиться к урокам. Да мы ненадолго. Пойдем. Ну, пойдем. Привет, здравствуйте. Привет. Ты что будешь? Я сам возьму. Так, два сока, два салата. Тебе какой? Я не буду. Прекрати. Любые, пожалуйста. Она тебя угощает? Олеся, как ты изменилась? Никак я не изменилась. Побыстрее можно? Нельзя. Это тебе не день самоуправления. Раскомандовалась. Ну, извините, перемена короткая, очень кушать хочется. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Черт. Телефон в кабинете истории забыла. Ты не мог бы сбегать? Он там где-то на парте валяется. Ну ладно. Спасибо. Держи. Спасибо. Ты не против, если я параллельно к уроку буду готовиться? Да, конечно. Спасибо. Вкус странный какой-то. Но он с витаминами, с добавками какими-то. Полезный, наверное. Да. Ну, раз полезный. Здравствуйте. А, добрый день, я к Андрею Сотнику. А вы кто, простите? Я его знакомая. А, ну вы знаете, все разговоры и личные встречи, они вовне школы происходят. Угу. Так что извините. А может быть, вы слышали про Максима Сотника и группу «Максимус»? Да, я в курсе, это отец Андрея Сотника. А я бэк-вокалистка группы «Максимус» Жанна. Очень приятно. Я очень хорошая знакомая отца Андрея. Еще вопросы будут? Я вас, кажется, припоминаю. Вы на потанцовке обычно, да? Справа там... Обычно я слева. А, ну слева, справа, слева. Да, а можно ваш автобус? Да нет проблем. Здесь вот, распишитесь, пожалуйста. Саша. А, Саша, с любовью от Жанны. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Проходите вон туда. Спасибо, Саша. Ты что здесь делаешь? Вот, навестить тебя пришла. Папа сказал, что пообщалась с директором, узнала, как дела у Андрюшки. Что за бред? Ну ладно, где твоя Марина? Зачем она тебе? Поболтать с ней хочу. Для себя, дурак, стараюсь. Ты с ума сошла? Пойдем-ка, я тебя до выхода провожу. Ну ты что-то переживаешь-то, а? О, привет, Марин. Сейчас я все улажу. На минутку поговорим? Ну, что-то как ребенок. Нужно по-взрослому подходить к таким вопросам. Я поцеловала Андрея, он ни при чем, понимаешь? Я не хочу с тобой разговаривать. Да подожди ты!
Не хочет она разговаривать. Знаешь, как Андрей мучается теперь? А ты прости его, найди в себе силы. У нас не курят. Ладно, не курим. Будешь? Не курю. Нам, женщинам, знаешь, как нелегко приходится в жизни? Он отец Андрея. Сколько лет, а у меня девчонок как перчатки. А я у него на первом месте. Знаешь, почему? Почему? Потому что молчу. Мне так удобно. Как трогательно. Ну, мне вообще плевать, помиритесь вы или нет. Я просто виновата была, поэтому пришла поговорить. Все, моя совесть чиста. А ты не будь дурой, помирись. Покочевряешься немножко и помирись. Андрей, это парень хороший, при деньгах. Слушай, в Нижнем Тагиле... Это все, да? Я могу идти? Иди. Сейчас ЗЗ застукает Канарейкину. Канарейкина? Будешь списывать, посажу тебя рядом с Черновым. Чернов, что это с тобой? Чернов, ты что? Ты что, пьяный, что ли? Чернов! Рам-пам-пам. Зоя Захаровна, он под наркотой, надо в милицию звонить. Не-не, ребята, он прикалывается. Чернов. Чернов. Здорово. Так, Олеся, ну-ка быстренько за охранником. Да ладно, сами справимся. Не, ребят, давайте на самом деле скорую вызовем. Так, все, я пошла. Чернов. Так, все, прекратили смеяться. Успокойся. А чего, что? Чернов! Борис Максимович у себя? Нет, Борис Максимович. Лена, звони срочно. Там Чернов на урок под наркотой пришел. А куда мне звонить? В скорую или в милицию? Ну, хоть куда-нибудь. И туда звони. Только быстрее, пожалуйста. Он абсолютно неадекватен. Ладно, ладно, хорошо. А я на охрану. Кто это? Чернов, ты чего? Ребята, держите его! Вась, помоги! Так, ребята, держите, держите его крепче. Отвали! Андрюха, помогай! Лапу да вырубит его и все! Бить не надо! Сумку дай! Пойдем! Быстро! Петя! Так, Леницкая, ты куда? Куда ты повела его? Он ее сейчас убьет. Так, куда это они? Надо их догнать! Да ладно! Что да ладно? Что ладно? Он сейчас такое натворит в школе! Нифига себе! Куда? Вставай, сейчас уже охрана. Тарам-пам-пам! Тише, ты, идем, идем. Идем быстрее. Тарам-пам-пам! Ты замолчи, души! Больно! Идем. А где Чернов? Только что ушел. Куда? Откуда мы знаем, куда? Лена только что в милицию позвонила. А что случилось с Черновым? Пьяный пришел, вот что случилось. Как пьяный? Ну ладно, я его догоню. Что случилось? Ты почему не на охране? Так я ж тебе помочь. А, идем. Давай, Петя. Ha ha ha!
дверь. Куда ты сел? Пойдем быстрее, пока охрана не пришла. Это ты его упустил? Я тебе помочь хотел. Есть такой закон. Пост нельзя оставлять ни при каких обстоятельствах. Надо было кого-нибудь посадить. Да не было же никого. Надо было найти. Здрасте. Здравствуйте. Ушел ваш подопечный. О ком речь? Ну как, Игорь Чернов, новенький. Он еще в тюрьме сидел. Пришел сегодня в школу под наркотой. Пострадавшие есть? Нет, слава богу, все нормально. Как же вы его упустили? Да, как упустили? Простите, это я виноват. Ушел с охраны не вовремя. Вот-вот. Внимательнее нужно быть. Ты тут пишешь? Да. Значит так, мне нужна запись, где Игорь Чернов сегодня пришел на урок невменяемый. Сейчас тебе чаю принесу. За годом год, за часом час. Кружит планета, ускоряется. Все происходит в первый раз. А может, просто повторяется. Сегодня первая любовь. Скажи, опять
Опять задачка не решается. Как теорема наша жизнь. И не всегда мечты сбываются. Мечты сбываются. И в мокрых пятнах чистый лист. Сдана тетрадь урок.